самый дорогой мед. Натуральный мед – это не только любимое лакомство подавляющего большинства взрослых и детей, но и прекрасное лечебное средство, издревле используемое человеком в повседневной практике. Среди всего многообразия различных сортов продуктов пчеловодства особо выделяется наиболее полезный для здоровья людей самый дорогой мед, называемый эльфийским. Происхождение. Родиной самого дорогого меда в мире является Турция, известная большинству россиян своими доступными и дешевыми курортами. Впервые он был обнаружен в долине под названием Сарикайр, что расположилось неподалеку от города Артвин, это северо-восток страны. Вся заслуга его открытия принадлежит местному пчеловоду по имени Г. Гюндус, который выследил пути полета разводимых им подопечных и обнаружил скрытые от глаза человека пещеры, где хранились небольшие запасы меда диких пчел. Самый дорогой мед в мире, организованные впоследствии исследования с высокой достоверностью показали, что возраст обнаруженного продукта не менее 7 лет и что концентрация минеральных веществ в нем в несколько раз превышает аналогичный показатель для обычного меда. Важно! Секрет поразительных свойств найденных запасов объясняется очень просто. Они явились результатом длительного хранения дикого меда в условиях особого микроклимата пещеры, отличающегося большим содержанием минеральных составляющих. Указанное сочетание способствовало тому, что пещерный продукт, так называемый эльфийский мед, приобрел уникальную способность оказывать лечебный эффект за счет мощнейшей энергетической подпитки, исходящей из глубинных земляных недр. Эльфийский мед – стоимость. На основании всего сказанного можно с достоверностью утверждать, что самый лучший мед в мире производится именно в Турции. Как показало изучение практики продаж небольших партий этого сорта, он является и самым дорогим, его средняя цена может достигать 5000 евро. Дополнительная информация. Из истории коммерческих сделок по этому продукту известно, что первая партия эльфийского меда 1 его килограмма была продана во Франции в 2009 году за 45 тысяч евро. Примерно через год известная фармацевтическая фирма из Китая закупила еще 1 килограмм, заплатив за это чуть меньшую сумму – 28 тысяч евро. Только по истечении нескольких лет его цена упала до среднего показателя, установившегося на большинстве рынков Европы. В торговую сеть турецкий мед поступает разлитым по небольшим бутылям, емкостью 170 и 250 граммов, при оценке которых эти порции сравнивают по цене со стоимостью не очень дорогого авто. Несмотря на такие заоблачные ценники, у истинных любителей природных продуктов дорогостоящий эльфийский мед пользуется определенным спросом. Причины дороговизны. Свое название этот продукт получил от пещер, в которых он был обнаружен впервые, и глубина достигает в отдельных местах 1,8 километра. Добраться до этих мест по понятным причинам совсем непросто. Еще сложнее найти и доставить на поверхность вырабатываемый дикими пчелами продукт. Самый дорогой мед в мире, для этих целей организуются специальные экспедиции, в состав которых обязательно включаются следующие группы людей, хорошо обученные своей профессии альпинисты, медицинские работники, фармацевты, проводники и обслуживающий персонал, руководитель экспедиции. Для того, чтобы добыть этот ценный продукт, в свое время потребовались значительные усилия и дополнительные расходы, сравнимые с затратами на поиск золотоносных жил. Естественным результатом всех этих усилий явилось получение первой партии чистейшего натурального меда в количестве 18 килограмм. Реальную цену на которой мог установить только рынок. Важно! Продажа такого дорогого продукта, как принято, сопровождается появлением множества его подделок. В избежание ошибок при покупке эльфийского меда заранее следует предусмотреть специальные меры по его идентификации. Основные характеристики. Мед – это сладкий и очень полезный для человеческого организма продукт, имеющий тягучую, вязкую и медленно изменяющую форму структуру. Специалисты от медицины считают, что по своему составу он напоминает человеческую плазму, которая содержит практически все известные в мире микро- и макроэлементы. Прекрасные вкусовые и лечебные качества эльфийского меда являются следствием уникальности состава и универсальных возможностей применения. Последнее его свойство проявляется в том, что данный продукт может использоваться как лекарство от различных заболеваний. Сладкая и полезная добавка к чаю и другим продуктам питания. Для изготовления специальных лечебных настоек и лекарственных мазей. Обратите внимание,
Поскольку этот натуральный продукт производится естественным способом, он не содержит никаких вредных компонентов. В России самый дорогой мед добывается в Башкирии, где местные пчеловоды прекрасно владеют древним искусством так называемого бортничества. Абсолютно чистый, полезный и сладкий продукт диких пчел эти умельцы научились собирать в лесных массивах, значительно удаленных от человеческих троп и оживленных магистралей. С этой целью башкирские пчеловоды уходят глубоко в тайгу, в самой гуще которой им удается найти подходящие для сбора меда деревья. В них они обустраивают специальные борти, так называют искусственно созданные дупла для поселения пчелиного роя семьи. Для привлечения диких насекомых дно своеобразного домика для пчел устилается пучками ароматических трав. В заключительной части обзора следует особо отметить, что при приобретении даже небольшого количества грамма, например, эльфийского или любого другого уникального меда, важно уметь отличать настоящий продукт от суррогата или подделок. Делать это способны только специалисты, оснащенные особым оборудованием для анализа его состава. Данное обстоятельство еще более повышает стоимость этого уникального продукта. 00 Volt Article Rating.